В этом году 650 пионеров вступили в союз детских организаций «Сияющие звезды». Их день начался очень сумбурно. Они побывали на пионерском рассвете. А сейчас пришли на праздник «Здравствуй, друг». Давайте же посмотрим, чем они занимаются. Игровых площадок много, на любой вкус и возраст. Ребята смогли попробовать себя в роли альпиниста, собрать карту нашей области или страны, проверить свою логику, внимательность, память, смекалку, эрудицию. За правильное выполнение заданий ведущие выдавали специальные жетоны, которые можно было обменять на призы. Одна из самых интересных и популярных станций – мастер-класс «Игры на барабанах». Здесь главный человек – председатель сводного отряда барабанщиков Виктория Романова. Я проводила станцию по игре на барабанах. Ребятам очень нравится обучение этой профессии. Им нравится держать палочки, изучать марши, изучать различные приемы. Активисты Совета юниоров «Росатома» второй год участвуют в празднике для пионеров. В этом году мы проводим станцию, которая связана с Советом юниоров «Росатома». Здесь мы предлагали вам поиграть в мемы, где вы должны были найти пары одинаковых карточек, а также в крокодил по профессиям. Самой заводной стала площадка, где рулили родители движения первых. Дело. Именно такие яркие моменты навсегда остаются в памяти. Надеемся, что подобные традиции, когда старшие делают для младших что-то интересное, останутся в Сарове надолго. Сегодня я встречала рассвет. Мне очень это понравилось. Мы встали в 6 часов утра и вместе в поход отправились на лыжную базу. Мне очень понравились сразу все станции. Мероприятие прошло очень задорно, и все ушли с хорошим настроением. Ульяна Крылова, Объединение журналистика, Дворец детского творчества для службы новостей Саров-24.